Сейчас буду пробовать штукатурить. Сегодня 1 января, Новый год, 22-й. Дров натаскал. Вода вся замерзла. У меня печку эту включил. Надо будет заштукатурить эту часть гипсом. Давно это собираюсь, уже месяца 3, наверное, или 4 сделать. Еще и эту часть надо тоже гипсом заштукатурить. Потихонечку теплеет. Может, вода разморозится это. Сейчас будем штукатурить. Сегодня 1 января, Новый год. Сегодня день очень медленный, за целый день тут два пролета не до конца сделал. В праздники даже гипс ложиться не хочет. А теперь готовый результат за 1 и за 2 января сегодня. Коридор добил. Финишкой осталось пройти. Может быть, где-то каратера такие подмажу. Но в целом коридор готов. Полностью готов коридор. И надо сказать, что штукатурно-малярные работы остались только... Тут малярные остались, они везде. А вот штукатурить осталось только тут. Остальное все готово. Эта стена, эта стена. И эта стена осталась. Сделал себе подарочек на Новый год. Купил тепловую пушку на 3 киловатта со всеми регулировками. Мне она очень нравится. Хорошо работает.